А сейчас подробности. В Гродненской области сильный дождь размыл несколько дорог и подтопил ряд деревень. Сейчас устраняются последствия ночной непогоды. В наиболее пострадавшие от стихии населенные пункты Гродненского района выехал заместитель председателя Гродненского облсполкома Андрей Жук. По результатам мониторинга принимаются необходимые дополнительные организационные и практические меры для оказания помощи гражданам и восстановления систем жизнеобеспечения. В результате выпадения обильных осадков сегодня ночью произошло подтопление частных подворий в деревне Барановка и в деревне Лаши. Сейчас мы прибыли сюда с членами областной комиссии по ЧС для определения ущерба визуально, оценки ситуации в целом, ну и, понятно, прогнозирования в ближайшее время тех работ, которые нужно выполнить в первоочередном порядке. Все меры будут предприняты незамедлительно. Самый такой, можно сказать, узкий момент – это разрушение мостового сооружения над рекой Лошанка. Здесь тоже в ближайшее время будут начаты работы по демонтажу и по строительству нового моста. К сожалению, те технологии, которые применялись в советское время, они не позволили пережить этому мостовому сооружению столь серьезную нагрузку в виде повышения уровня воды в реке Лошанка.